вредители, грызуны, они бывают разные. Мышки полевые, мышки домовые, мышки лесные, крыски серые, крыски черные, крыски водяные. Ну, у нас там еще есть кроты, есть землеройки. Столько желающих. Но уничтожать их полностью нельзя, потому что без мышек пропадет вся наша экосистема. Мыши являются основным питанием для всего животного мира лесного. Но нам нужно, чтобы они не были у нас на огороде. Вот только это. И бороться приходится каждый год, потому что они все равно размножаются и к нам опять приходят. Что же придумал человек за эти годы для борьбы? Много всяких разных способов. В настоящее время, значит, самый древний способ – мышеловка. Мышеловочку обыкновенную, деревянную, заправляете ее, заправляете. Вот самое лучшее, что больше всего любят мыши – это подсолнечное масло. Да, подсолнечное масло. То есть даже можете корочку хлеба смазать маслицем хорошо, положить в качестве приманки. Это очень их прельщает. Вот в качестве приманки. Но единственное, только надо что придумывать. Если вы берете мышеловку, очень тщательно ее закрепляйте. Дырочку просверлите, проволочкой хорошей. Потому что мыши-то погибнут, но попадет мышь, она здесь останется. Но если попадется более крупный зверек, как крыса, крысы очень сильные животные, они могут убежать вместе с вашей мышеловкой. Совершенно верно. Вы не найдете ни мышь, ни крысу, ни мышеловку. Второй способ, который мы называем более безобидным, ну, я не знаю, как это назвать более безобидным способом, но, мол, мышка, если погибнет, попадет, то она не останется где-то там вонять. Вот. Это клеевой способ. Вот такой вот специальный клей. Значит, есть Алтея, есть чистый дом клей, несколько видов такого клея. Вы берете этот клей, берете, конечно, либо картонку, либо из картонку, если вы знаете точно, что у вас мыши, вот, либо дощечку. Вот этим клеем вы вот так вот намазываете два кольца, непрерывных два кольца. А посерединке ложите приманочку. Посерединке вот этой, так сказать, площадочки ложится приманка. Мышь, которой очень хочется, она лезет за эту приманку, и она волей-неволей, она не может достать приманку, не наступив на клей. Все, она прилипла. Вы приходите, видите, что у вас мышка еще живая, значит, на этом клею лапами, она не может оторваться. Ну, ее, значит, вы убиваете и вместе с этой выкидываете. Гуманно это или не гуманно, я не знаю, насколько это гуманно. Но, кстати, если у вас будет доска такая покрепче и прилипнет крыса, то же самое будет и с крысой. Прилипнет намертво, пальчики свои осторожней, пальчиками тоже вы можете прилипнуть, потом долго будете оттираться от пальчиков. Вот такой вот клеевой способ, значит, применяется. Просто химические способы. Есть различные препараты, сейчас в основном в зоне населения применяются антикоагулянты. То есть препараты, которые действуют на свертываемость крови животных. И поэтому после поедания этой, значит, приманки крысы и мыши погибают не сразу. Они погибают в течение 5 дней. Не сразу. И мыши и крысы, если, значит, кто-то из высших животных, типа кошек, свиней, съест такую крысу и мышу, им ничего не сделается. Потому что на массу большую тот вторичный, значит, антикоагулянт, который находится в этой, в крови погибающего животного, уже не будет влиять каким-либо образом тяжелым. Это сделано специально для того, чтобы было поменьше отравлений у людей. Сегодня в «Дачных рекордах» представляем самый крупный овощ. Тыква по праву считается гигантом. В разных уголках мира выращивали плоды весом в 500, 800 и даже почти 1000 килограммов. Из самой гигантской тыквы вырезали страшное существо – зомби. Это тот случай, когда не человек ест овощ, а овощ – человека. Тыква может быть не только страшной, но и прекрасной. А самая красивая из всех – вот эта. А еще тыква может быть, если не уютной, то вполне вместительной.
В такой самой сладкой пещере можно запросто спрятаться от дождя или от родителей. Есть готовые приманки. Готовые приманки, прежде всего, зерно. То есть берется зерно, обрабатывается вот этим антикоагулянтом, веществом. Как правило, они бывают либо красного цвета, либо синего цвета. Вот, даже зеленого могут быть цвета. И вот это зерно вот ложится в подобные плошечки, в крышечки там это, и расставляете вы в помещениях, в саду, то есть там, где вы считаете, где ходят грызуны, и наблюдаете, как они это поедают. Для начала насыпьте немного, потому что бывает так, что вот помещение большое, к примеру, да, возьмем летнюю кухню или садовый домик, вот в четырех углах поставите зерно, в одном и в двух углах будут есть, а в другом углу вообще не подойдут. Есть не будут. Вот есть такое. Вы должны посмотреть. Ага, там, где едят, туда подсыпьте побольше. Но где не едят, все равно оставьте, пусть лежит на контроле, может, кто-нибудь и съест. Вот. Но следите вот за этими местами. Увидели, то есть это значит, что у вас вот та плошка, где едят, стоит на их пути. А та плошка, где не едят, стоит в углу, куда они не заходят. И поэтому они там не видят это. Поэтому вот так вот ложите корм, как бы желательно попасть на пути их передвижения. Зерно. Вторая, гранулки. Вот видите, это, можно сказать, тоже зерно, значит, или мука перемолотая, все это замешано с этим препаратом и высушено в виде гранул. Здесь тоже приманка, здесь есть препараты, которые привлекают, ну, типа подсолнечного масла сюда добавляется. Еще есть препараты, феромоны, которые привлекают мышей. И от поедания этих гранул, но эти гранулы не так сыреют, не так мокреют. Поэтому гранулки можно в сырых местах ложить, под деревьями, там, значит, вот в виноградник мы ложим, значит, в теплице, в подполье гранулки ложим. Тоже следить надо периодически, посматривать, если есть такая возможность, скорость поедания. И последняя, так сказать, форма – это вот эти вот, называется, тесто, брикеты. Брикеты есть жесткие, восковые брикеты, шторм, они такие жесткие брикеты, а это мягкие брикеты, их называют как тесто. Вот они тоже бывают двух, видите, разных цветов. Бывают розовые, желтый, значит, синий. Они в упаковочке. Вот эту упаковочку снимать не надо. Снимать не надо. Они вот в таких вот упаковочках вот идут. Вот в таких вот. Вы открыли вот так упаковочку, вытащили оттуда вот этот брикетик, вот такой брикетик вот, и так и ложите этот брикетик. В основном вот эти брикетики, конечно, предназначены там, где крысы. Значит, очень легко можно определить, что. Вот вы положили в предполагаемое помещение, место, вот эти брикетики. Ночь, две прошло, приходите, смотрите. И увидели, что если брикетик погрызан, погрызан на месте, значит, у вас хозяйничают мыши. А если вы пришли, и брикетика нет, значит, у вас крысы. Крысы уносят эти брикетики. Ну и хорошо, они несут к себе туда в норку, там деток кормят, и остальных членов стаи, заради бога, кормите. Значит, надо подложить еще брикетик. У меня, например, в подвале и в погребе контрольно лежат эти брикетики по мере вдруг появления. Заглядываю, месяц, второй брикетик лежит на месте чистенький, значит, никого нет. Вот. Вдруг раз заглянула, нет, значит, какая-то крыса со стороны пришла, съела. Я свеженький ложу брикетик. Это контрольно. Особенно касательно тех, у кого есть свиньи. Или у соседей есть коровы, сеновалы. Вот тут вот вы будете обеспечены заботой о ихних грызунах, которые будут у вас хозяйничать. И придется вам кормить грызунов круглогодично, потому что рядом большое хозяйство. Вот то, что мы говорим о грызунах. Как это в доме, там, допустим, раскладывать? А что же в саду? Вот в саду у нас получается, тут целая проблема сада. Как защитить? Яблони подгрызают, груши подгрызают, малину могут сожрать. Правда, единственное, что никогда не замечала, чтобы они поели смородину. Вот этого я не видела. Вот. Что же нужно делать? В первую очередь, что мы делаем, это побелка. Вот. Второе, что мы делаем, это защита, обвязки различные по ним. Ну, много всяких разных. И, конечно, прокладка. Как прокладываются вот эти препараты? Лучше всего берете
вот такой вот пластиковую бутылочку, желательно поменьше, которая, обрезаете с обоих сторон. Получается тоннель. Понимаете? Вот в этот тоннель вы насыпаете препарата и укладываете этот тоннель в тот же виноградник, розы, возле груш, яблонь. Вот так укладываете. Но укладываете, когда уже выпадет снег, чтобы вы засыпали это снегом. Мыши, когда бегают, они юрк сюда, хорошо в столовой пообедали и пошли дальше. Конечно, рядом ствол стоит или вот эта еда. Прежде чем браться за ствол, она обязательно поест это, и она погибнет. И в дальнейшем тоже будет погибать. Есть еще из суперсовременных, это вот такой вот прибор. Называется ультразвуковой отпугиватель грызунов. Вот это вот мы представляем здесь Мурзик Дуэт. Ну, их сейчас несколько фирм у нас выпускают в России, такие приборы. Они бывают со звуком для нашего уха. Чаще всего это тут такой звук на такой частоте, которую мы не слышим, а они слышат. И для них это некомфортные условия существования, они уходят. Достаточно иметь такой прибор, в принципе, один. Вот вы 2 недели постоит он у вас в гараже, 2 недели в подвале, 2 недели в этом самом, там, в домике, на летней кухне. 2 недель работы этого прибора достаточно для того, чтобы мыши раньше, чем через месяц-два, туда не вернутся. Настолько они будут знать, что здесь очень плохо. Поэтому один прибор переставляя постоянно. Единственное только правило, когда вы включаете его в розетку, перед прибором не должно быть никаких препятствий. Вот такой вот приборчик, вот он, видите, он вставляется. Вот здесь излучатель у него. Он вставился в розетку, он должен вот так вот излучать на все помещение. Если тут будет стоять шкаф, вот так вот, он сюда удаст звук, а дальше у вас будет без звука. Вот такая вот вещь, очень интересная, очень удобная. Люди пользуются уже, довольны этим. Ну, а по поводу, значит, вот этих вот побелок, побелки могут быть разные. Побелка сухая, побелка клеевая краска. Сюда уже добавлены вещества, отпугивающие мышей. Можно добавить сюда немножечко, ну, 1% чайную ложечку креолина или вот такого состава, как пугач. Вот эти вот составы, они с запахом креолина, и они при побелке долго сохраняют этот запах, и мыши боятся подходить. Еще у нас много растений, которые выращенные, приложенные к дереву, ну, в саду, уменьшают количество вредителей. Ну, всем известен чернокорень. Вот. Очень хорошо укладывать в нужных местах возле стволов пижму. Пижма у нас растет выше крыши. Нарезаете пижму, укладываете снопиками. Запаха пижмы они не любят. Самое интересное, чего не любят очень мыши, это отработанный кошачий туалет. Вот дома кошечки ходят в эти прессованные опилочки, да? Вот собираете вот это дело и в мешочек. А сейчас, как только снежок-то выпадет, холодно уже станет, например, вот рассыпьте вокруг стволов в радиусе там 10-15 сантиметров вот этот вот отработанный кошачий туалет. Запах остается, мыши близко не подходят. Дешево и очень удобно.